прекрасная, прекрасная возможность и встреча. К нам приехал наш прекрасный друг. Наш прекрасный друг, которого мы много лет уже знаем, много лет трудимся вместе на Божьей Ниве. Аминь. Сергей Журавлев, который проповедует Евангелие, проповедует Евангелие. Пожалуйста. Да. Но прежде чем я хочу вот что сделать. Да, мы прославим Бога, да, мы славим Бога всем. Да? И одно из прославлений нашего Бога, да, это принести, вот он слово говорит так, где сердце твое, там сокровище твое, да? Где сокровище твое, там и сердце твое. Но на самом деле мы по этим моментам реально можем понять, да, к чему прилепляется наше сердце. И если оно прилепляется к отцу нашему, да, то мы всегда знаем, что папочка, он заботится о нас. Он никогда не оставит нас. Да? Вот у нас есть как группа, и сегодня там девушка из Сочи, она написала свое свидетельство, потрясающее свидетельство, что она увидела, как Бог начал ее во всем благословлять. Огромное свидетельство. Я, конечно, могу его зачитать достаточно, потому что они сами вот с мужем выехали из города, да? И они поехали, потому что там невозможно было оставаться уже, и они выехали оттуда. И 4 года вот они жили, как вот скитались, будем так говорить. И вот сейчас они остановились в Сочи, Бог дал нам встречу, вообще чудесную встречу дал нам Бог. И она пишет, как Бог начал ее благословлять, да, вот ее и ее мужа. И там родители у нее остались на Украине еще. И мы молились тоже за родителей ее. И тоже очень много там сейчас Бог творит чудеса, да. А вот то, что она сегодня написала, она говорит, он в 4 года практически, я говорю, до этого она преподаватель и занималась, ну, вот, репетиторством, да. И говорит, и вот сейчас лето наступает, и учеников-то точно у меня не будет. И до этого я 3 года каждый год плакала от того, что я не знала, как мы будем платить за квартиру, как мы будем кушать, как вообще все это будет происходить, да. Но в этом году у меня вот пришло, вот сейчас пришел такой мир и покой в сердце, что я поняла, что папа обо мне позаботится. И он ей стал являть, да, он уходил, он, им там финансы, они, ну, стали видеть, как, в общем, Бог со всех сторон их начал обеспечивать, да. И это вообще вот очень мощный момент, да. То, как Бог реально нас обеспечивает. Вот, вот как раз у нас несколько церквей есть дочерних. Одна из них это в Удмуртии. И вот как раз пастор в Удмуртии, вот там село Грахов есть такое. Грахов я называю. И она прислала вчера мне видео о том, как Бог ее, мало того, что он исцелил ее от глаукомы, но вот последний раз она приезжала, помните, она еще в очках сидела, да? Она вчера была у врача, один глаз у нее единица, то есть вот полностью восстановила зрение. Второй глаз, это только 0,6 еще, ну то есть там еще чуть-чуть осталось. Но она говорит, ну Люда, я вообще вижу, глаукомы нет, давление нормальное в глазах. Глаукома это вообще не исцеляется, понимаете, вообще нет исцеления. И вчера мы тоже на скайп-группе молились за это дело, еще там, ну, за других людей, потому что сейчас многие этим страдают. И я понимаю, на самом деле, почему это происходит. Потому что должно прийти откровение. Откровение о том, что мы имеем во Христе Иисусе. И чем больше это откровение будет раскрываться в нас, тем больше мы будем видеть славу Божию, реальную славу Божию. И я очень рада всему тому, что Бог сегодня делает. И папочка, все от тебя, все тобой, и все к тебе. Это все, опять-таки, все равно все
ты даешь. Поэтому умножай. Я верю в сверхъестественные чудеса. Сверхъестественные чудеса, где Бог на карточке деньги кладет, и у нас такие ситуации были, где Бог умножает финансы, у нас такие ситуации были и есть до сих пор. Да? И Бог, его рука вообще не оскудела и продолжает совершать чудеса. Поэтому спасибо тебе, дорогой, ты знаешь вот все, да, и ты сказал, ты восполняешь все наши нужды по богатству своему, в славе Христом Иисусом. А мы в твоей славе. Мы в твоей славе. И мы во Христе. Поэтому пусть реально обилие изобилия начнет изливаться и восполнением всех наших нужд. Аминь. Аминь. Спасибо тебе, дорогой. Благодарю тебя. И вот теперь, драгоценный отец Сергей. Снова с вами. Очень рада. Спасибо, спасибо. Слава Богу. Да. Приветствую всех. А, что здесь нет? Да, всех приветствую. И на самом деле, как Господь говорил, что сокровища и сердце на самом деле, они очень взаимосвязаны. Потому что обычно вот в культурах, я так наблюдаю, допустим, культуры разных народов, по милости Господней за вот эти годы Бог дал возможность служить в разных культурах очень. И сам я больше знаком с детства с татарской культурой. Потому что моя родня больше всего, чаще всего это татары. Значит, по матери я Ибрагимов и такая большая мусульманская семья. Значит, и знаю татарскую культуру. Знаю, ну, чуть меньше, но знаю хорошо русскую культуру. Знаю украинскую культуру. Еще меньше, но знаю его уже хорошо, более-менее. Белорусскую знаю культуру немного, значит, грузинскую культуру. Разных народов, где вот доводится проповедовать Слово Божье, я присматриваюсь, ну, молюсь за разные народы. Но вот что интересно, вот в разных народах есть, конечно, разные свои плюсы, минусы, какие-то свои суеверия, какие-то свои страхи, какие-то свои плюсы, какие-то свои доблести. Но чаще всего, интересно, отношение, допустим, к материальному, да, не как к духовному, чаще всего. Вот есть такое разделение, да, вот есть духовное, как бы, да, а вот есть как бы недуховное, вот материальное, физическое. А на самом-то деле Бог-то все это создал. По матери я татарин, по отцу еврей. Но если по материнской линии хотя бы сохранили какую-то культуру, где-то татарскую, то по отцовской совсем наплевали и забыли, и стерли с памяти вообще все еврейское. Но я стал интересоваться. Знаете ли, мне стало очень интересно, особенно будучи вот священнослужителем, реформатором тем более. Мне стало интересно, ну а чего же так вот шарахались мои предки, родители, дедушки, бабушки? Почему они так вот открещивались, да, от еврейства? Почему отец мой до самой смерти фактически считал, что быть евреем это проклятие вообще? Вот, ну, не повезло в жизни, вот родился еврей, не повезло в жизни. Вот, все люди как люди, вот, да, мы евреи, несчастные такие, убогие, как бы вот, забытые. Вот, ну, такое отношение ненормальное. А мне стало интересно, почему, в чем причина. Знаете, скажу так, я понял такую вещь, что Бог действительно, вот как вот Павел говорил, от одной крови произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли. Все народы, все племена. И, по сути, весь род человеческий – это его дети. Он любит всех нас. Он доказал это на самом деле, свою любовь, серьезность свою. Он доказал своей любви, искренность и истинность. Он доказал. Возлюбив этот мир, он отдал своего сына за нас. Это действительно было доказательство раз и навсегда его святой любви. Слава Богу. И, знаете, Господь
в слове, если мы читаем Библию внимательно, открывает интересную картину, что вообще все в этом мире, да, это его. Мне очень понравились вот эти размышления тоже, я так это наблюдал тоже вот, за последними этими откровениями, молитвами тоже, что вот, от него, от папы, все для папы. Здорово. Чем такой колорит это вот. Да, мне очень понравилось. Потому что на самом деле это правда. Потому что все от него. Нет на Земле ничего вообще, чтобы не им было бы создано вообще. В этой вселенной нет ничего такого, о чем бы он не знал, о чем бы он не догадывался. Все он создал вообще. И знаете, он как творец, как великий художник, будем так говорить, да, автор всего этого, он действительно по-настоящему любит свое творение. Даже если кому-то не нравится. Вот я художник по своей специальности, доцерковный, да? И вот все, что я делал, даже если другим моим товарищам не нравилось, допустим, то, что я писал, допустим, какие-то пейзажи некоторые, какие-то там, натюрморты, даже если учителям никто не нравился, у меня мне нравилось. Это мое. Знаете ли, это мое. И тем более я представляю, великий художник с большой буквы, Бог, даже если кому-то что-то не нравится, даже если кто-то чем-то недоволен, да, даже если, к примеру, я сам собой недоволен, да, и, допустим, другие люди недовольны мной или я кем-то недоволен, все равно он доволен, он очень счастлив, он художник, он всегда доволен. И вот знаете, вот, это настолько трогательно, настолько удивительно, я вам скажу, что вот читая Писание, Ветхий Завет, Новый Завет, да, вот всю Библию, мы картину видим потрясающую, действительно, того, что вот он доказал однажды и навсегда свою любовь к этому миру. И я так рассуждаю, что вот до Иисуса Христа, до того, как Христос пришел в этот мир, до нашей эры, у человеческого рода, особенно у тех, кто был вне Израиля, у них были какие-то оправдания, основания, знаете ли, вот, ну, сомневаться в Божьей любви. Вообще, будем так говорить, жить по-своему и не любить Бога. Сейчас, когда вот действительно Иисус сказал, совершилось, когда все совершилось по-правдошному же, не понарошку как-то, сказочно, а по-настоящему, то теперь у человеческого рода, вообще у всех, евреев, не евреев, неважно, в том по национальности нашей культуре, у нас нет никакого основания теперь не любить его. Нет никакого основания даже сомневаться в его любви. Потому я, когда, допустим, мало ли какие мысли, мало ли какие там переживания, какие-то обстоятельства в жизни, я скажу, сам себе даже говорю, у меня нет оснований вот, не доверять его любви. Сомневаться в его милосердии, в его любви, потому что он доказал уж куда больше свою жизнь за нас положил. Кровушку свою пролил, уж туда больше искать доказательств вообще его божественной любви. И вот сегодня, правда, день сегодня особенный. Сегодня, я рад, что сегодня с вами. Сегодня суббота, шаббат, да, но это как бы празднество, оно и предпразднеством является сразу. Эрев Шавуот, это канун праздника Пятидесятницы. И Шивот, Пятидесятница, это, ну, недели, но Шивот это клятвы. Это еще клятвы, которые, знаете ли, вот мы читаем, допустим, в Старом Завете, да, как это совершалось. Книгу Исход читаем, допустим, 20 главу, да, вот заповеди были даны. Прекрасно. И клятвы звучали определенные. И, конечно же, сам Всевышний Бог клялся, человек клялся, люди сказали, да, люди клялись. Но знаете, те клятвы, какие прозвучали, даже если люди оказывались неверными, а часто мы видим это, Бог, клявшийся самим собой, он оставался всегда верным. Он оставался всегда верным. И это было гарантией вот, вообще спасения, в любом, даже в самых безвыходных ситуациях. У Израиля всегда оставался шанс. Всегда оставалась дверь открытой. Всегда. И вот Иеремия писал в 31 главе Иеремия вот те самые слова, вообще домашним заданием, как бы, вот, всю 31 главу почесть. Не поленитесь.
она потрясающая, потому что до 31 стиха этого, знаете, вот картина, потрясающая картина Божьей верности раскрывается просто. И вот в 31 стихе говорится: «Вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля», 31 глава, 31 стих, «с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я, говорит он, да, я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом». Вот здесь говорится о новом договоре Бога и человека. Но о старом Бог по-прежнему говорит: смотрите, хотя люди были неверны, но я оставался в союзе. То есть со своей стороны. Знаете, как тут говорят, да, когда, к примеру, совершается какой-то развод, да, угроза есть развода брачного. Так вот, и, как говорят, даже неверующие психологи соглашаются, что если хотя бы одна сторона из этих сторон, да, готова сражаться, готова отстаивать этот брак, да, сражаться за него, то есть все шансы восстановления. Но если ни одна из сторон не готова, то, ну, не за что хвататься. А здесь, представляете, когда договор Бога и человека, даже если человек был неверен, Бог верный своему слову. А тем более в Новом Завете, когда кровью своей он запечатлел вообще этот завет. Великий завет великого Бога, Новый Завет. Вот, допустим, много мы порой тоже наших клятв звучим, да? Вот, к примеру, там, крещение водное, допустим, да, тоже как вот воспринимается многими как вот клятва, да? Или, допустим, как я его сравниваю тоже, да, с присягой, допустим, да, вот с воинской. Вот. Но все равно, на самом-то деле, даже все наши клятвы, все наши обещания, они держатся на его слове, на его обещании, на его верности. Все держится на его любви, на его верности его слову, его заповедям, его обещаниям вообще всего. Ну и мы знаем, что он настолько благ, что по сравнению с ним никто не благ вообще. По сравнению с ним даже самый добрый земной отец, самый добряк, какой из себя может вообще быть на земле, он злой по сравнению с добрым отцом нашим небесным. И вот братики и сестрички, братья и сестры, друзья, действительно, это так. По сравнению с ним, любой земной, даже самый добрейший отец, он злой. Настолько он добр, что никто не добр, никто не благ, как он благ. И вот это великое, скажу так, откровение, великое послание. Я, допустим, когда вот со своими вот родственниками общаюсь, с мусульманами, сейчас, ну тогда, когда мы росли в советское время, тогда, ну, у нас даже мечеть там не было, и, в общем-то, никто не ходил никуда, никогда у нас. Хотя дедушка мой, он вот обрезал у нас всех мальчиков, там, еврейских, татарских, вот, Гали Ахмед его звали, значит, и он такой, ну, любого, конечно, такой был дедушка. Не, ну, такой, правда, справедливый был такой и прочее, но, да, его звали Гали Ахмед, значит, и Али, и Ахмед сразу. Вот, значит, и, так вот, и интересно, а сейчас прошло время, уже нет Советского Союза, теперь там мечеть везде стоят у нас, и по Поволжью. И моя родня, многие стали активно прихожанами такими, и не просто захожанами, я там в Казани был, там у брата своего двоюродного, Ренатки, значит, так он, у него там в холодильнике все халяль, все там у него там, коврик у него там лежит, надо же, интересно. И вот я когда общаюсь с роднёй, то... Конечно, мы там о разном говорим, но мне говорят, ну почему, ну как бы не приобщиться к вере дедов, вот, значит, мечеть, ну, я говорю, мечеть могу зайти, не проблема. Но
Я объясняю такую истину, что для меня самым большим откровением вот, в моей жизни, как верующего человека, является то, что Бог, Он мой Отец. Он мой Отец. А говорю в исламе, при всем уважении говорю, к вам говорю, но даже наоборот, есть прямое отрицание даже этого, что отцом для смертного не называй его, один из переводов говорит аята. Значит, есть другие переводы, но в принципе все об этом говорят, что для смертного человека, имеется в виду, Бога своим отцом даже назвать нельзя. И я читал одно свидетельство, которое мне очень сильно помогло тоже на то время, и помогало благовестие мусульманам, не только родственникам. Одной женщины мусульманской, покаяние, ее рассказ, и она назвала его, свой рассказ, я осмелилась назвать его своим отцом. Вот, мне этот рассказ очень понравился. Тронул душу, именно вот, вот этим самым важным откровением. Я думаю, надо же, для меня это тоже самое важное откровение. Что Он, Бог, мой Отец, и я Его Сын. И мы все Его дочери, сыновья, дети Его. И это для меня, ну, самое великое откровение. А праздник Шивот, праздник Пятидесятница, его еще называют еще праздником Богоусыновления. Интересно так. А почему? А вот объясняем так, что Он вывел нас из Египта. Это как бы было лишь начало. Потом мы оказались возле горы. И вот там на горе, Моше был там, Моисею, был на горе, конечно. Вот, и даны были заповеди, а мы слышали громы, молнии. Все блистало, земля тряслась, народ был в ужасе, в страхе. Но там, в общем-то, было пояснение, что это все нам на пользу будет. Знаете ли, но самое интересное произошло, что... То, что мы назвали Богоусыновлением, что мы некогда не народ, ныне народ его. Рождение народа. Потому что народ – это идея. Не просто даже этнос, не просто даже родство кровное, а единство какой-то цели, какая-то идеология, какая-то, ну, какое-то послание, какое-то стремление. Допустим, вот эта песня, ставшая гимном, да, Израиля на все эти годы, хотя сейчас говорят, какой-то будет новый, наверное, гимн, новый, кто знает. Но вот пока на сегодняшний день именно эта песня, она является и официальным гимном Израиля, и в ней вы Хатипа, Надежда. Не та вот, Надежда, мой компас земли, не та Надежда. Там другая песня, но тоже очень с таким глубоким смыслом. Вот, и хотя я бы ту Надежду тоже бы использовал бы, тоже как некий гимн такой, там очень хорошие слова такие есть. Но вот в Хатипе, в ней слова именно, по сути, есть слова, выражающие, наверное, почему она подкупает, ну, почти любое еврейское сердце. Большинство евреев согласны, что это наш гимн. Почему? Потому что в ней выражена какая-то национальная идея. Там вот слова, да, знаем все, да? В сердце не угаснет священный огонь. Будет стремиться еврейская душа, будет стремиться к востоку на Сион, в землю отцов, что Бог нам обещал. Разве это не идея? Слушайте, это национальная идея, это стремление, это... А потом мы поем так. Нам надежда освещает путь, мы 2000 лет ее храним, будем снова народом и свободным на Сионе, в Иерусалиме. Будем снова народом и свободным на Сионе, Иерусалиме. Вот эта надежда действительно 2000 лет сохраняла народ от того, чтобы раствориться, хотя много растворилось, много порастерялось. И вот даже если на просторах бывшего Советского Союза много что растворилось, много что растерялось. И знаете ли, отец мой только лишь вот буквально за пару лет до смерти он согласился, что это нормально быть евреем вообще. Да, он буквально
процедила, выцедила для себя, что да, я еврей. Это было, знаете, как будто он штангу поднял какую-то. Вот признание было сделать это. Настолько тяжело ему было это все сделать, я представляю. И он покаялся, слава Богу, принял Иисуса Христа, Иешуа Машиаха, то есть вдвойне еврейство, и по плоти, и по крови, и, значит, и по духу. Прекрасно, что это все произошло, когда его не стало. Для меня это стало, знаете, вот таким утешением вообще в жизни, что примиренным папа ушел к небесному папе. Это прекрасно. И на Шивот, на Пятидесятницу, произошло наше усыновление. Потому что там были евреи, потомки Якова по плоти, Авраама, Исаака, Якова. Там были не евреи, множество не евреев было. Есть еврейское предание, которое уже стало не просто преданием, а уже историческим фактом, да? Что далеко не все евреи вышли. Одни раввины говорят так, что 2/3 вышло, а 1/3 отпала неверием, осталась в Египте. Другие говорят по-другому, что наоборот, лишь 1/3 вышла, а 2/3 отпали неверием. Есть еще более, некоторое мнение некоторых отцов, будем так говорить, садиков, еще более печальные мнения, что лишь 1/5 вышла вообще, а остальные отпали неверием, 4/5 остались там, в Египте. Но, одним словом, мы не знаем точно, какой там процент остался потомков Якова в Египте, тех, кто не поверил Моисею, даже после всех чудес и казней. Но археология уже в 19 и 20 веке полностью подтвердила вот, ну, это мнение, еврейское предание. Потому что археологи нашли следы огромного еврейского присутствия, целые города, поселения огромные, многотысячные, уже датируемые однозначно временем после, времени Великого Исхода, после Моисея. Вот, и еще несколько поколений евреев проживало там, потом растворялось, оставшиеся растворились. Точно мы не знаем даже, что с теми произошло неверующими. Но за место отпадших, в том же предании говорится, интересно, за место отпадших неверием природных ветвей этих, которые отпали от дерева жизни этого, Бог чудесным образом совершил привитие из диких ветвей разных народов, проживавших в Египте, Он совершил гиюр, привитие верою. И множество неевреев с разных народов, пришельцев этих, они поверили Богу Авраама, Исаака и Якова, они поверили Моисею как пророку, и они пошли, хотя они не были, подавляющее большинство из них вообще не были рабами, и они были свободными. И если рабам, кроме цепей, нечем было терять, как говорится, то этим людям было что оставлять порой, и дома, и земли, работу, положение, может. Но они, эти люди, осознали одну очень важную истину, что без истины, без истинного Бога, да, без этой правды Божьей, они рабы. Даже если они свободны, даже если они и имеют что-то, на самом деле они рабы. А чтобы обрести свободу, надо идти за истиной, надо идти за Богом, надо идти за правдой Божьей. И они вышли из Египта. Друзья, поэтому изначально даже самая первая Пасха, что нам показывает, что это праздник веры. А затем вот все евреи, неевреи, все вышедшие из Египта оказались у горы. Ну, как говорится, место встречи изменить нельзя. Вот то место, где Бог ожидал народ свой, ожидал верующих, евреев и неевреев. Всех ожидал там. Интереснейший образ. А затем там совершилось чудо. Помните, я как-то рассказывал здесь у вас уже такую историю по исходу, 6 глава, 6, 7, 8 стихи, где, значит, вот рассказывается о, ну, вкратце, как бы, конспект Великого Исхода, как он совершается. Первое, это вот то, что он выводит, Бог нас выводит из Египта. Второе, что Египет из нас выводит уже. Потом, что совершается Богу усыновление, а нет, чудеса и знамения. Это все, вот как эти вот тосты на пасхальном еврейском обеде, седере. Первый бокал всегда, он, кстати, вот по этим текстам, первый бокал, там, ну, мы знаем, что мясо, да, мясо, хлеб пресный, маца, горькие травы, соленая вода, значит,
что у нас еще там, ну, обычное яйцо еще использовали тоже. Ну, не крашеное, думаю, ничего, просто обычное вареное яйцо. А, значит, что еще? А, мороженое делаем, значит, там, ну, одним словом. Но самое основное – это мясо, хлеб и горькие травы. Вот, то, что мы с нами списали, да? Значит, и... вино. Вино. Значит, но бокалы поднимались, вот тосты такие поднимались. Вот по этим текстам. Исход, 6 глава, 6, 7, 8 стихи. Они как бы, вот, по сути, не только говорят о исходе, но и вот наукой является для вышедших и для всех нас. Вот первый тост поднимался всегда. Баре Прингагафен, да, плод винограда лозы. Значит, за то, что мы вышли из Египта, мы не рабы. Второй тост, что рабы не мы, что Египет вышел из нас. Третий тост потом, по ходу всего этого банкета, будем так говорить, ужина пасхального. Третий тост, он поднимался о чудесах и знамениях. Мы вспоминали и казни египетские, вспоминаем каждый раз на Пасху, совершаем, когда пасхальный седер, или за столом, или мы как-то совершали пасхальный седер вообще там, в доме одного брата, значит, там большой дом, там большая комната, вот, ну, как вот, вот мы такие пойдем, вот эти залы, вот, значит, в своем доме, значит, большая комната такая, и застелали этими подушками, одеялами, значит, и там набросали прямо, значит, по центру сделали такое, ну, небольшое возвышение, вот, и там всякие были эти угощения, нам азербайджанцы приготовили, значит, будем так говорить, животное, однолетние, значит, да, значит, приготовили, запекли. Вот, значит, и поднимали тосты, там возлежали, и, значит, да, поднимали тосты. И вот когда третий тост поднимался, то, значит, вспоминали чудеса и знамения, вот казни египетские, вспоминали не только о древних чудесах, но и о современных чудесах, которые Бог совершает во время нашего исхода. Потому что исход совершается в жизни каждого верующего, по сути. Вот. Вот, и потом четвертый тост уже, когда приходит время четвертого тоста, ну, уже ближе к концу, все съедено, уже выпито за столом фактически. Вот четвертый тост, когда поднимается бокал этот, то он считается как раз, хотя это на пасхальном столе, но это считается бокалом вот именно Шивот, Пятидесятница. И приму вас себе в народ, вот там написано, и буду вам Богом, вы моими детьми. Вот, и вот этот момент вспоминается за четвертым тостом, когда четвертый бокал поднимается на пасхальном седере. Ну, а до Иисуса Христа пятый бокал наливался всегда, но его никто никогда не поднимал. По крайней мере, от Моисея до времен и до, вот, до того момента, который мы называем Тайной Вечерей. Последний пасхальный банкет Ветхого Завета и уже первый, уже Нового Завета. И после вечери Иисус, нарушив многовековую традицию народа, поднял таки пятый бокал. А пятая чаша, это, она считалась чашей, знаете, какой? Ну, есть такое мнение, ну, это одно из толкований. Вообще-то чаша во времена храма второго, согласно Талмуду, это считалось чашей Машиаха, чашей Христа. Ее должен был поднять сам Машиах, сам Христос, и свое царство, государство, королевство свое объявить открытым. Вот, но в средневековье, во времена, как говорится, талмудического уже иудаизма, современного такого уже направления, ортодоксального иудаизма, многие вещи были переосмыслены, переиначены, и поэтому сегодня этот бокал называют бокалом Илии, Ильяху, Илии пророка, который должен как бы в одну из семей благочестивых взойти однажды и пятый бокал поднять и царство Христа провозгласить. Опять-таки не свое королевство, а королевство Христа, Машиаха, провозгласить открытым уже, официально открытым. Вот, значит, но опять-таки это было сделано в средневековье, ну, вы понимаете почему, потому что христиане назло евреи, много что сделали евреи, назло христиан, ну как бы это было, ну любой развод это скандал, это как много неприятностей. Вот как бы Бог-то видит нас одним, а вот из-за многовековых таких вот разделений этих, вот такой бардак до сих пор продолжается. Но ничего, сейчас время исцеления вот этого многовекового разрыва, знаете, многовекового такого вот этого развода, который произошел тогда, еще в древности глубокой. Вот. Но сейчас время восстановления. Было время разбрасываться, а теперь время не скандалить, а примиряться и собирать все вещи вместе.
Вот, потому что Господь грядет, никуда не денешься. Вот, слава Богу. И так вот, пятый бокал, пятую чашу, это Машиах Иешуа, Христос, Иисус, Он таки поднял. И свое царство на самом деле провозгласил. Представляете, какая революция творилась в мозгах апостолов, что были там, на этом последнем пасхальном обеде, ужине, будем так говорить, Ветхого Завета, и уже первым, уже Нового Завета. Он заявил, что это есть чаша после вечеря, когда уже все было съедено, выпито. Он после вечеря провозгласил, это есть чаша, Новый Завет в моей крови. Ну, де-факто она еще была в нем, эта кровь, то есть он не пролил ее еще за нас, да? Но де-юре, юридически, он уже провозгласил, все, это есть моя кровь, которую я пролил, да, проливаю за всех вас. Вот, он провозгласил. И через некоторое время, через некоторые часы, и это все реально произошло, его кровь была реально пролита, он был пробит, истерзан, замучен, убит, распят, оболган, оплеван, осмеян. Все то, что писали пророки, даже самое страшное, все исполнилось на нем. Он был обезображен больше всех людей, и это было ужасом на самом деле, и позором, и стыдом, и всем. Но однако же похоронили его у богатого, опять-таки, в исполнении пророчеств. Все, буквально все исполнилось. Слишком много для вот, случайности. Это все исполнилось в жизни Иисуса. Вот. А затем он воскрес. Бог воскресил Сына Своего. Удивительная история. Потом Вознесение, вот праздник. Вознесение, даже в православии отмечается отдельным праздником, таких Вознесения. Да, значит, а смысл, что он ушел, но, как вот, помните, как Карлсон улетел, обещал вернуться, но Иисус, он не просто сказочный персонаж, он ушел, скажем так, оставшись здесь Духом Святым, и он на самом деле вернется. Однажды, в конце веков, он вернется, мы говорим сегодня, да иди, Господи Иисусе, возвращайся, приходи, церковь ждет тебя. Удивительная история, его возвращение, на то, что другая тема. Но он грядет уже, друзья. Как в той песне поется. Вот он идет, мой возлюбленный грядет. Вот он идет, Бог мой грядет, мой возлюбленный грядет. Мой возлюбленный прекрасен, краше тысячи других. Вид его подобен кедру на подножьях золотых. Вот он идет, Господь грядет, мой возлюбленный грядет. Это мы эту песню вот, одно время часто пели, вот когда церковь только начиналась наша, вот, мы часто ее пели, я очень люблю эту песню, по песне песней. Другие куплеты брали, вот просто брали эти из глав песни песней, эти отдельные темы и их пели на распев. Однажды на ночной молитве даже пели вообще всю песню, прошли в рифму, не важно, просто пели так. Мне это очень понравилось вообще. Вот, на самом деле, потому что это песни песней, в книге всех книг есть песни всех песней. Самая главная песня в самой главной книге. Вот, и мудрецы правильно сказали, что в этой песне всех песней есть стих всех стихов. Вот, мудрецы согласились, и одни, и другие. Это еще было перед пришествием Христа, накануне пришествия его, когда он еще... Ну, его мама еще была еще совсем еще девчонка, еще пастухишка, он ходил еще в те времена, то есть накануне его Рождества. Значит, и в это время были школы богословские, ну, были такие уважаемые цадики, раввины, вот, значит, ну, одним словом, школы богословские. И, значит, и две из них, из этих школ, очень известные, школа Гилеля и школа Шамая. Ну, Шамая старшего имеется в виду, там и два еще младшие Шамая были. Вот, значит, вот двух этих направлений школы были. И эти школы в иудаизме того времени, они спорили между собой,
постоянно, во всем. Ну, как вот говорят обычно, да, два еврея, три мнения. Вот, да, но примерно то же самое было там. Они спорили даже по обрядовым, даже по пустякам. Ну, доходило там до такого смешного, там, допустим, на Хануку, на обновление, да, допустим, у Гилеля там зажигали каждый день еще одну свечу, допустим, или еще одну лампаду. И потом к концу праздника вся Ханукия, это ханукальная минора, горела. А у Шамая наоборот, всю вначале зажигали праздника, всю, а потом по одной гасили. Ну, даже до таких пустяков доходило. Они в этом видели все особенный смысл, конечно. Ну, можно везде найти смысл определенный, и он и есть, конечно же, безусловно, но они спорили. Но самое, почему я рассказываю об этом? Потому что удивительное совпадение. Когда мудрецам и той, и другой школы задали вопрос, отцы, дайте нам стих, один стих, лишь один стих, чтобы он был нашим еврейским, как бы, золотым стихом, ключом к Писанию. Чтобы через этот стих мы поняли всю Тору, пророков, как бы выразили все писания еврейские одним стихом. И самое интересное, не сговариваясь, обе школы пришли к одному и тому же мнению. Вот единственный момент, или один из, ну, я других не знаю, честно говоря, возможно, это вообще единственный момент в истории. Они пришли к одному и тому же мнению, и они перед Израилем высказали и тот, и другой один стих. И это было самое странное из книги «Песни песней» Шир Гаширим. Это очень странно, потому что эта книга в Библии, в ней нет имени Всевышнего вообще. То есть это очень странно для библейской книги. Там нет, вот то, что мы называем тетраграмматон, да, Юд-Хей, Вав-Хей, нет имени Всевышнего Бога. И даже намека, если в книге Эсфири хотя бы есть намек на это имя, то здесь даже намека нет, даже образа нет этого слова. Вот тебе раз. Но самое интересное, именно в этой книге, ну, в нашем исчислении в 6 главе, нашли этот стих. По-русски звучит он так. Я принадлежу моему возлюбленному. Возлюбленный мой мне. Они, так я, да? Они, лядоди, лядоди, ли. И вот это лядоди. Они, лядоди, лядоди, ли. Вот это лядоди, лядоди, переводчики как вот принадлежность видят. А это правда, так оно и переводится тоже. Но это лишь одно из. А вообще буквально я полностью в нем, он полностью во мне. Я без остатка им принадлежу. И там эти слова вообще-то они из, ну как, в современном иврите их используют порой в таких, ну как, описание, они слов, интимных подробностей супружеской жизни. Вот эти слова используются. То есть эти слова означают полное удовлетворение, абсолютное довольство, экстаз, там, и все-все-все, где слова описывают именно полное состояние блаженства, абсолютное состояние блаженства партнеров. Вот эти слова «лядоди» и «гадоди», они пишутся примерно одинаково в конце вот этого продлевания «и», вот это как не «и», а то, что продлевает слово. То есть это бесконечное наслаждение, бесконечное удовольствие друг другом. Вот, и представьте, в Писании, в Писании, когда мудрецы дали ответ, я думаю, что многие в Израиле были шокированы по-своему. Потому что ладно бы они из Торы взяли бы что-то, ладно бы они взяли из пророков. Они взяли оба направления, ну это не направление иудаизма, это богословские школы. Направлений было много. Вот они высказали одно и то же мнение, что действительно вот в этом все наше еврейское счастье. Вот в этом наша мечта. Знаете, вот есть, ну, как бы, в разных народах, я говорю, да, вот, и говорил, что какая-то своя мечта, идеология, какая-то вот, ну, своя там, я не знаю, там, большая американская мечта, там, британская, там, как, ну, любой народ имеет свою мечту. И есть еврейская мечта, и она выражена, ну, мечту любого народа выражают обычно кто? Художники, поэты, да, там, значит, там, писатели, значит, там, политики, многие разные люди. Обычно говорят самые лучшие, светлые головы, да, как бы там, ум, честь и совесть там, и прочее. Вот, но самое интересное, в Израиле выразителями вот этой общенациональной такой идеи были пророки. То есть те, кто слышали Бога, и те, кто могли от Бога, от лица Бога говорить,
они были выразителями, даже современные, допустим, евреи-атеисты соглашаются с тем, что именно пророки были выразителями национальных этих людей, общих этих. С этим трудно было поспорить. Даже, ну ладно, это уже другая тема дальше. Но скажу, что действительно это было чудо от Бога. И сегодня скажу, что через Иисуса Христа для всех народов нашей страдавшейся планеты Божья, это святая мечта, она наша мечта. Божья мечта сегодня наша, общечеловеческая, можно так выразиться. Знаете, вот как воспитывались мы, да, в духе интернационализма. Только без Бога это порой уродливые формы принимало. Но с Богом это принимает прекрасный вид, вид шедевра, просто шедевра. С Богом и в Богу. Настоящее, не поддельное, друзья, а настоящий Божий интернационализм. Общая идея всего человечества, как бы, ну, всей человеческой души, будем так говорить, вообще, как таковой, это то, что мы в нем, а он в нас. Опять-таки, прогрузчивость, я вспомнил уже. Да, мне, например, так нравится вообще. Мне очень нравится. Я, значит, все эти годы просто, значит, ну, знаете, ой, одним словом, просаливаюсь. И когда начинает дергаться, я говорю, нет, помни, первый заповедь огурца, не дергайся, не высовывайся, оставайся в рассоле, и дело, в принципе, я просто, братья, поясню, просто, ну, а то, братья, что за огурцы скажут. Значит, дело в том, что тема такая огуречная, она возникла так, сама собой просто. Дело в том, что когда Иисус уходил, то он, значит, говорил, что кто будет веровать и креститься, да, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет, вот. И здесь, вот я как раз рассказывал, делился таким моментом, там слово «баптизо» стоит, «баптизо», «баптизо», поэтому в советское время такое было страшное слово «баптист», как бы, да, значит, это антисоветский элемент, вот, «баптист». Но, а на самом деле, это хорошее слово, но оно неплохое слово, не ругательное, это «баптист», значит, ну, крещенный, погруженный, то есть это как бы ничего плохого в этом нет. Часто уже понимают многие, ну, и не понимают еще. Но, в общем-то, слово хорошее. Значит, хотя для меня в моем прежнем христианстве было пугающе немного, честно говоря, вот когда я был традиционным священником, многие вещи недопонимал эти. Но вообще баптист, значит, погруженный. Но дело в том, что в старом греческом языке все было гораздо серьезнее. Если в современном греческом баптизу это окунуться, погрузиться в смысле окунуться, вот, то в старом греческом, на котором было написано послание Нового Завета, собственно, означало погрузиться и, в смысле, там и остаться. Вот. Вот. И это слово использовалось, ну, остаться, пока не пройдет полностью процесс. Значит, это слово использовалось чаще всего для описания соления огурцов. Вот так вот. Так что Дух Святой взял это слово из, как говорится, книги о вкусной и здоровой пище. Вот. Ну, по крайней мере, вкусной. Значит, и греки любили овощи соленые, солили их, вот, значит, и огурцы очень сильно любили. Вот на рынках можно было и малосолом побаловаться тогда, среди эллинов. Значит, малосол любите? Вот малосол чем он отличается? Да, что он сочетает свежесть, как бы, да, еще элементы свежести, но уже и солености. Вот на шкурке соль, а внутри еще много свежего. И вот сочетание соленого и свежего свою прелесть создает, да? Греки тоже любили малосол. Но малосол они баптизу не называли. А баптизу называли только лишь те огурцы, которые полностью прошли просолку. Имели соль не просто на шкурке, да? А внутри себя имели уже соль. Вот так вот. Так что, товарищи огурцы. Да, и вот я такой пример такой прям представил себе. Бог берет нас из грядки этого мира и прямо в катке. Со своим божественным рассолом. А его рассол — это вот его Дух Святой, его Слово, его истина. Он сам, его сердце, его любовь. Мы погружаемся туда. Ну, а я так представил, думаю, стоп, а для огурца? Вот каково огурцу? Значит, рос себе, товарищ, на грядке. Небесными росами питается. Все хорошо вообще, благодать. Он уже стал уж такой же, ох, уже огурец уже лежит, уж такой, знаете. А потом приходит хозяин и, оба, отрывает.
Да, а другие волосы думают, ну, какой бы жизнь пропала. Да. Но для, на самом деле, для грудца это жизнь новая, совсем новая жизнь. Все. А те, кто остались на грядке, опасность есть гибели урожая. Но Бог хочет, чтобы весь урожай был спасен. Чтобы все пошло в закорма его. Чтобы с грядки мы прямо в катки погрузились и просолились. Вот поэтому такой пример. Я даже, кстати, проводил семинар в Рязани, помню тоже. В Рязани, там баптистская церковь. И там у них пастор Анатолий Ветин, он сам баптист, баптист уже, в третьем поколении уже просветитель, значит, он пастор, значит, служитель баптистской церкви. Значит, как бы такой, ну, известный довольно. Вот как бы, и семинар проводил, также назвал баптизу. Ну, давай рассказывай, там еще другие значения некоторые рассказывал. Из истории примеры приводил. И он, интересно, потом такой вывод сделал в конце уже. Там брал микрофон, ну, как пастор должен завершить как-то. И он сказал, что я как баптист, значит, и баптистский, баптист настоящий, коренной. Не думал никогда, что придет батюшка и будет учить нас, как мы нам быть баптистами. А потом сказал, я как понял, пока слушал, говорит отца Сергея, понял, что я еще не баптист еще. Мне еще нужно обаптиститься, как-то пропитаться, как-то погрузиться, как-то пропитаться им Богом. Вот, так что вот, понимаете, это как вот евреи, когда вышли из Египта, ну и не евреи, все, кто вышли из Египта, да, вчерашние рабы, пошли за Моисеем, как за вождем, тогда был Моисей, сейчас Христос, мы знаем, да, значит, так вот, пошли за Моисеем, за Богом, значит, и, но Чарльз Спержен правильно говорил, 40 дней надо было Всевышнему, чтобы вывести нас из рабства. Из Египта нас вывести. Но 40 лет понадобилось Всевышнему, чтобы Египет вывести из нас. Представьте, 40 дней, чтобы нас вывести из Египта. И 40 лет, чтобы Египет вышел из нас уже. Вот интересный процесс такой, да? Вот. Но сегодня мы знаем, что этот процесс совершается во время благодати этой, через, опять-таки, Иисуса Христа. И самим Иисусом Христом. То есть доверяющийся Ему, доверяющийся Богу, это все совершает сам Бог Всемогущий. Аминь. И в этом много раз убеждался я и убеждаюсь постоянно. Вот. Ну а Шавуот это когда уже нас уже, скажем так, ну, для огурцов, наверное, не знаю, как представить, с чем это можно сравнить, наверное, когда на стол уже накрывают уже, наверное. Ну, чашечка такая, уже мисочка с огурцами, там уже там, вот, они уже, да, уже просоленые товарищи. Вот, а еще к чему говорю об этом? Потому что на Шавуот была идея, потрясающе оглашена всемогущим Богом, что Он хочет нас видеть царством и священством, народом святым, который Ему принадлежит, и священством. То есть, представьте, это как, не знаю, как каста священников, что получается на этой планете появилось бы. Интересно. И это удивительный план, он, казалось бы, ну, до конца не исполнился. Вот читаешь, и как-то вот в Исходе, допустим, читая, перечитывая, там 19, 20 главы и дальше. Вот такое послевкусие остается, вот чего-то не завершено, вот как-то не завершилась работа до конца. Вот что-то не хватает. Вот. А что не хватает? Помните, в 19 разделе, там, главе 19 исхода, там, когда говорилось, что нельзя к горе приближаться, а потом Господь сказал, но во время протяжного, трудного зова они могут взойти на гору. То есть все люди. Вот это да, то есть они туда, где Бог. И вот тогда во всей полноте была исполнилась вот эта мечта Бога. Царственное священство. Представьте, не один Моисей зашел и блестел его лик, да? Значит, а представьте, весь народ там, ну, пару миллионов сошло с горы, и все вот такие светлячки. Это пробуждение планетарного масштаба. А представьте, эти светлячки разошлись по всему миру. Куда мне пришли, что с вами, евреи идут, вот это да, это что за еврейский всемирный заговор такой? Он есть заговор по спасению всего рода человеческого, вообще всей нашей планеты. И во главе этого заговора сам Господь Бог Всемогущий. Но ключевым стал, ключевой фигурой в этом заговоре стал сам Сын Божий Иисус Христос, единородный. Как знаете, как вот там даже Штирлица пухают, он пришел в этот мир и жил вроде как человек, вроде как вот Homo sapiens, вот обычный с нами человек,
оказывается, с нами Бог. Не просто даже человек, а Бог. И знаете ли, здесь, конечно, да, то, что он совершил, это стало чудом спасения всего рода людского. Это чудом стало спасение. И Библия называет его Нового Завета Иисуса, сравнивает с Адамом, ни много ни меньше, называя его новым Адамом. Удивительно. То есть это новая общественная формация, это новое человечество, это новая эра на самом деле. Не просто так вот, ну, календарь, мы берем новая эра, а действительно, по факту, новая эра от нового человека, нашего праотца уже от нашего Бога. Вот это да. И поэтому сегодня каждый из нас, я могу сказать, что я вот Сергей, там, сын такого, но Божий. Самое главное, не просто, а Божий, уже Божий. Так что, прошу любить и жаловать. Слава Богу. А еще, хочу прочесть еще из Нового Завета, текст такой, из Ефесян. Послание Ефесянам, 5 глава, 8 стих и 9. Здесь написано, интересно. «Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте как чада света». Вот такие светлячки. Интересно. «Потому что плод света», ну, в переводе с андальным написано «дух», вообще-то, да, но в оригинале там стоит «света» все-таки. Я перепроверял, да, именно, ну да, «света». «Плод света состоит во всякой благости, праведности и истине». Я себе скачал как раз с номерами Стронга. Вот, интересно. Да. Фос, свет, Господи, эти света. И здесь плод света, опять слово, фос стоит, свет. Во всякой, написано у нас благости, да, доброте, вот я сейчас буквально прочту, как там оно. Интересно, как в Новом Завете указано. Сейчас. Доброта, благость, доброта. Так, термин для обозначения доброты подчеркивает нежность. Удивительно, да? Праведность, так, праведность, справедливость, законность, правда. В смысле справедливости или порядка, основанного на справедливости. И истине. Правда, истина, верность, истинность, правдивость и еще как искренность еще. Это же слово переводится как искренность. Знаете, вот перечитывая такой момент, я как-то всегда читал, что плод духа, да, значит, но, да, действительно, но это свет, дух, это Бог, Бог есть дух, Бог есть свет. И знаете, удивительно, когда были тьма когда-то, люди, мы когда-то тьма были, теперь свет в Господе. И этот свет сверхъестественный, он поселяется в человеках. И, конечно, удивительно происходит, много что удивительно происходит в этом мире. Очень много. Я не знаю, может ли будет в последние времена даже будет такое, что будем реально светиться, я не знаю. Кто его знает, кто даже, но. Но этот свет, он особого что рода. Что зайдет свет твой. Твой, да, да. Твой свет, да. Не какой-то. Да. Мой свет, да. Удивительно, что этот свет, поселяясь в нас, он светит всем. И этот свет будет сиять. Он уже сияет. А еще больше будет сиять. Я предвкушаю, кто-то больше сияет. Помните, я рассказывал свое свидетельство, вот как раз тоже читали мое свидетельство тоже, да? Что, значит, там... еще пареньком, еще молодым человеком в карцере, еще будучи в армии, там, в советской еще, вот еще будучи в карцере, пережил свет. Тогда для меня это было таким, ну и, не знаю, утешением, и ободрением, я даже не знаю, как назвать это, подкреплением. Вот, как будто бы это пища была какая-то, как будто это была, не знаю, вода, жизнь какая-то, не знаю, потому что вот мое тело даже изменилось. Ну, не знаю, я себя не видел со стороны, как оно
изменилось ли так, насколько, но я ощущал даже свое тело по-другому вообще, потому что мое тело не хотело спать, не хотело есть.